Здравствуйте! Сегодня в преддверии 8 марта и в преддверии прекрасной цветущей весны мы с вами сделаем вот такую поделку из цветной бумаги и картона. Это корзина с подснежниками. Вот такие объемные цветы. Корзина, которая умеет стоять. И объемная бабочка. Я надеюсь, что эта поделка порадует ваших мам, бабушек и других любимых женщин. Мы берем два листа цветной бумаги, накладываем один на другой. Я взяла желтый и голубой. Делаем такую разметку. Затем нарезаем полоски из этих листов. У нас получаются желтые и голубые полоски. Потом мы сделаем из них вот такое плетение, которое будет украшать нашу корзину. Вот мы выбрали желтые полоски, и сейчас голубой будем переплетать, через одну пропускаем. Одна сверху, одна снизу, одна сверху, одна снизу. А теперь мы делаем в точности наоборот. Пропускаем опять. Но теперь те, которые были сверху, они снизу. И у нас получаются квадратики в шахматном порядке. Первые две немножко сложно, потому что они распадаются, а дальше они уже держат друг друга, и уже намного легче пропускать полоски, делать плетение. Вот у нас получилось вот такое красивое плетение. Далее мы закрепляем края, просто приклеивая полоски со всех четырех сторон. Вот так, и мы закрепили. Обрезаем ненужное, лишнее. Берем желтый картон, берем блюдце, вот так обводим, делаем красивый круг. Далее мы складываем картон пополам. Но круг мы не будем вырезать полностью. Сверху у нас должно получиться соединенное такое пространство, чтобы как будто корзиночка была. Поэтому мы вот так вот поднимаем перпендикуляры вверх. И вырезаем. Вот такая форма у нас получается, как замок такой получается. Благодаря этой форме наша корзиночка будет стоять. Нам еще нужно сделать дырочку, в которой у нас будут находиться цветы. Мы украшаем нашу корзину вот этим плетением. Приклеиваем. Клеим карандашиком. Обрезаем лишнее. Вот такая у нас получилась корзина. Мы еще сделаем ей ручку попозже. А сейчас будем делать цветы. Сложили лист для оригами вот так вдвое. Можно просто лист цветной бумаги. И нарезаем с той стороны, где у нас сложено. Вот так с краю немного клея и по кругу склеили. Распушили наши листики. И вставили в корзину.
проклеили с одной стороны немножко, чтобы они держались, не проваливались. И прижали. Теперь мы будем делать цветы. Вот такую полоску из белой бумаги мы гармошкой складываем. Вырезаем с одной стороны, чтобы у нас получился как бы треугольник. Наших цветов будет по 5 лепесточков. В середине мы складываем. Каждый лепесточек должен иметь складочку в середине. А затем, после того, как мы его прижали там посередине, мы собираем сам цветочек и с помощью степлера закрепляем внизу. У нас получается такой объемный цветок. Следующий. Каждый лепесток проминаем посерединке, чтобы он имел складочку в середине лепестка. Далее опять собрали и скрепили степлером. Ну и третий. Точно так же сложили. Сверху сделали такой треугольничком лепесточек. Лишний отрезали. Опять промяли лепесточек посередине, чтобы была складочка. Собрали их все. И соединили степлером. Теперь мы их приклеиваем. Приклеивать лучше не на самые края листиков, а чуть ниже, иначе они слишком сильно свисают. Чуть в глубину приклеиваем, не на самом краю. Вообще цветов можно сделать и побольше, и попышнее. Но я подумала, что три тоже будет смотреться чудесно, тем более, что цветки крупные. И у нас осталось сделать корзиночке ручку, чтобы она была похожа на корзиночку. Да, а еще мы прорежем наши вот эти травиночки, чтобы они не соединялись, а были как травка все-таки отдельно. Теперь делаем ручку. Из желтого картона вот так до серединки прорезали и загнули. И с другой стороны тоже прорезали до серединки и загнули. И вот этот загнутый уголок я сначала попыталась приклеить клеем, но это будет долго. Я в итоге прикрепила все-таки степлером. Здесь на видео не видно. Но в итоге я все-таки приклеила его степлером, прикрепила. Вот такая у нас получилась ручка. Наши объемные цветы. И очень даже неплохо сделать сверху на нашу корзиночку бабочку. Она будет оживлять композицию. Я взяла для этого красную цветную бумагу. Нарисовала половину бабочки. Вот видите, я сложила лист пополам, нарисовала половину бабочки, а потом развернула ее. И она получилась у нас симметричная, с двух сторон одинаковая. И как бы у нее сразу листики такие чуть сложенные.
как у настоящей бабочки. Проклеили и приклеили ее на ручку. Вот такой букет моей бабушки. Для бабушек. Для мам и просто для хорошего настроения. Можно даже для себя любимой. Всем приятного весеннего творчества и отличного настроения!